Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим автомобильную магнитолу от компании RS, модель MC710D. Поставляется на фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Так, здесь у нас инструкция и ключики для снятия магнитолы. Сама магнитола. Размер 1 дин. Вот магнитолы. Панелька у нас съемная. Вот так вот снимается. Под панелькой находится слот под карту памяти SD полноценный. Кнопка Reset. Вот так быстро устанавливается панелька. Вот на передней панели находится USB разъем, закрывающийся заглушкой. AUX разъем. Кнопки управления регулировки и также небольшой дисплей. Есть шахта, сзади находится антенный разъем, две пары линейных выходов и подключение питания 12 вольт и акустики, также предохранитель есть. Сейчас мы магнитолу подключим на питание и пройдемся по ее меню. Так, подключили мы на питание магнитолу и теперь можем включить ее. Вот, листаются при воспроизведении с USB как треки, так и папки. Можно листать включение случайного воспроизведения и воспроизведение по кругу. В режиме радио доступно три диапазона. Это FM1, FM2, FM3. В каждом из них можно делать память до 6 станций. Отдельно выведена кнопка уменьшения звука, приглушения. Вот. Поиск частот. Вот по настройкам. Здесь есть настройки низких частот, высоких, баланса, фейдера, эквалайзер предустановлен, 4 позиции, вот, и включение-выключение объема звука. Вот такая вот магнитола. При покупке на нее распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.